наконец-то я добрался до этого красавца, до этого мотора, вытащенного с стиральной машины Зануси. Сейчас я из этого мотора буду собирать станок. Первый мой серьезный проект. Не судите строго, думаю, что вещь будет годная. Досмотрите до конца и увидите. Все началось с профтрубы. Ее мне понадобилось 3 метра. Для начала сделаю основание для двигателя. С помощью угольника и маркера отмеряю 2 одинаковых куска. Взяв в руки УШМ, отпиливаю отмеченные отрезки. После того, как напластал железки, самое время их объединить в одно целое. С помощью сварки я делаю это. Сразу после сварки обрабатываю швы лепестковым диском. На маленьком отрезке нужно сделать отверстие 20 мм. Для этого кирню и сверлю. На следующем отрезке размечаю грани нашей готовой конструкции и выпиливаю пазы под нее. Вот таким образом. С помощью магнитного угла и сварки укрепляем этот отрезок на нашей конструкции. По краям делаю сквозные отверстия 20 мм. Второй день начался с конструктивных действий. Эту гайку засовываем внутрь трубы, так чтобы она находилась напротив отверстия, заранее просверленного мной. В это отверстие, точнее в гайку, которая находится там, вкручиваю шпильку с резьбой М20. Все это дело притягиваем гайкой. Пока ту часть откладываем в сторону, теперь поработаем маленько с двигателем. На нашем двигателе есть такие уши, для меня они широковатые, и для того, чтобы сделать чуть потоньше отверстие, надо вставить туда пластиковую трубу. 16 или 20 труба, 20 труба, залазит туда очень четко. Вот я уже сюда вставил, в эти два отверстия, и теперь надо в эти вставить. Сейчас я это сделаю. Дело дошло до мотора. Одеваю мотор проушинами на шпильку и притягиваю еще одной гайкой. В завершении ставлю кусочек с отверстием как опору. Привариваю к основанию и закрепляю гайкой. Смысл всей конструкции в том, чтобы регулировать положение мотора. С одной частью каркаса станка справился. Перехожу ко второй. Для нее заранее уже нарезал профтрубу и сделал черновой вариант каркаса, прихватив все на сварку. Вертикальные стоевые этой части основания строго должны быть под 90 градусов. На третий день я занялся роликами. Размечаем отверстия под будущие ролики, которые будут состоять из таких подшипников. Разметки делаю по краю так, чтобы подшипники немного выходили за край. Снизу делаю аналогичную разметку. После взял кусок листового железа и выпилил нужный по размеру отрезок.
помощью того же уголка и сварки привариваю этот отрезок между двух размеченных отверстий. И, конечно же, не забываю про отверстие. Подошло дело к тому, что я больше всего не хотел делать. Из этой трубы надо сделать обойму для подшипников. Для этого размечаю и отпиливаю два кольца по сантиметру шириной. Зажав тиски, вырезаю часть кольца. С помощью молотка уменьшаю диаметр кольца и подгоняю под подшипник. На шпильке нарезаю резьбу М20 с двух сторон, оставляя в центре нетронутые 4 сантиметра. Собираю свой выдуманный ролик и не забываю проварить швы. Четвертый день. Решил начать сборки роликов из подшипников. Для этого я прикупил болты подходящего внутреннего диаметра подшипника. В общем, ролик состоит из подшипников, гаек и шайб. Все скручиваю в кучу. Таких ролика у меня будет два. Наконец-то видно окончание работы. Приводной ролик делаю из фанеры. Напиливаю маленькие кружки и склеиваю их между собой с помощью ПВА. На выходе у меня получились два вот таких вот ролика. Зажав мотор в тиски, а каркас станка с струбцинами к столу. Кстати, такие струбцины вы можете найти в описании к этому видео. И воспользовавшись длинным ремнем, я привожу в действие мой ролик и шлифую его с двух сторон по очереди. Последний ролик делаю из линейки, металла и двух роликов от АвтоВАЗа. У роликов надо сточить по одному краю, проще говоря, убрать один борт. На выходе получилось вот такое вот чудо. Теперь все это надо скрутить в одну конструкцию. Между роликов ставлю такое количество шайб, чтобы ролики не терлись друг об друга. В принципе, последний ролик готов. Нужно подготовить для него место установки. Крепиться он будет на петлю. Это нужно для того, чтобы регулировать угол наклона. Я закончил все детали станка. Все швы проварил и обработал лепестковым диском.
Так, немного расскажу, что к чему. С помощью этого болта происходит натяжка приводного ремня. Мотор с помощью ремня приводит в действие деревянный ролик, который в свою очередь передает свою силу на другую сторону станка и приводит в действие ленту наждачную. Задача ролика, который стоит по центру, это натяжка ленты и регулировка угла наклона по отношению к плоскости. Проще говоря, чтобы лента не убегала в сторону. Ну и два ролика из подшипников служат как направляющие. Так, ну что, сейчас будем делать первый запуск. Честно скажу, запускал совсем чуть-чуть, как бы, но так, чтобы запустить и что-то точить, не точил. Но я знаю, что будет косяк вот в такой вот штуковине. То есть здесь я склеил ленту, просто взял кусок той же наждачки, ну и нахлёст её склеил. Тут будет 100 пудов сбить. Ну, то есть на это мы не будем пока обращать внимание, потому что потом я сделаю путевую ленту. В чем еще может быть проблема? Может убегать лента. Сейчас мы это будем наблюдать за этим. Пока не знаю, как это все будет происходить, но может убегать. Давайте запускать. Все вы видели мое фиаско. Как фиаско? Я знал, что она порвется в этом месте. Я ее склеил, просто взял наждачку с другой стороны и приклеил на момент. Все крепко, все классно, но она долбила, била, она задевала. То есть, ну, слой, сами понимаете, толще стал. И поэтому цепанулась и разорвало ее. Нужно что-то придумать другое. Ну а так, станок рабочий. В полном объеме его не попробовал, потому что лента. В общем, минусы. Сразу выделяю минусы. Регулировки мощности нету. Заказал на Алиэкспрессе, жду. Ленты надо научиться клеить. И еще бы я приобрел бы нормальный ремень. Этот ремень от генератора. Ну и все. Остальное все работает очень даже круто. В общем, сейчас оставляем все как есть. Вы пишите, что еще можно сделать здесь, что добавить, чтобы он работал лучше. А я позже сниму еще одно видео. Придет регулятор мощности, я все установлю, склею нормально ленту и выпущу видос, где будет уже в полном объеме работать мой гриндер. Ну а сейчас, наверное, я закончу. Всем пока-пока. До скорой самоделки.